У нас есть подготовлены с разными битами, разных скоростей, специально для того, чтобы вам тренироваться. Дальше. Второй скилл затачиваем в свое тело. Мы соединяем движение, любое, да, с тем, как мы слышим ритм. И двигаемся. Тум, та, та, тум, та, та, тум, та, та, тум, та, су, тум, та. Проговариваем. Это тоже мимическое, механическое действие. Его проделываем. Затаптываем до автоматизма все базовые элементы. Базовый шаг. Латерал, аусоповорот, бонусы, йо-йо, раскрытие, вираджиния, коридор. Вот все элементы, которые есть, в автоматический режим на ритм накладываем, танцуем на сампо, прям затанцовываем, на вечеринках тоже танцуем ногу. Следующий вариант. Начинаем считать восьмерки. Ищем самый сильный раз, самую сильную долю, когда начинается восьмерка. И начинаем пытаться на каждый конец восьмерки изменить движение. Просто поменять. Например, делали латерал с партнершей. 7, 8, раз, аусоповорот. Тум-та-та. То есть каждый раз меняем то, что вы делаете. Затем пытаемся услышать в этих восьмерках вот этот наш момент. 7, 8 и раз, и в этот раз поймать настроение следующей восьмерки. Либо она будет повторять тот же кусок, который был только что. И я, например, танцевала какую-то связку ногами, просто ходила по танцполу, я продолжаю делать то же самое. Ну, то есть я могу поменять элемент, но я буду танцевать в том же, как бы, рисунке, в ритме и в том же настроении. И если, например, произошла какая-то пауза, и музыка замедлилась, я начинаю переходить на волны или на те же шаги в более спокойном ритме, в 2 раза медленнее, либо каким-то образом показываю, что я эту музыку слышу, она замедлилась, снова считаю восьмерку. В конце восьмерки она либо продолжится лирическая часть, либо будет какое-то изменение. Угу. Если по пути, посередине, вы слышите какие-то микроакценты, у вас приходит светлая идея сделать какой-нибудь акцентик или сделать какое-нибудь движение бодиворк, или там бедро, или партнерши, или там фигакнуть какую-нибудь штучку, пробуем. Просто пробуем и начинаем обыгрывать более сложные там моменты в этой музыке. По восьмеркам. Потом берем очень разную музыку по настроению. Слушаем ламбаду отдельно, слушаем разных диджеев. У нас, слава богу, в России сейчас одни, ну, уже в мире их признали. Они продают свои сеты уже на мировые конгрессы. Ну, с поездками. Сами знаете, какая у нас сейчас ситуация. Так бы их приглашали. Наши диджеи одни из лучших в мире. И, соответственно, у нас есть очень много. У нас есть телеграм-каналы с их музыкой. Соответственно, вы можете послушать музыку космическую, там где-то прямая бочка, там, где нет изменения настроения, там, где вы можете вот это вот все и просто учить себя медленно, либо в однотипном ритме двигаться, создавая связки и ловить этот эффект флоу. Или, например, у нас есть диджей, который любит мясо, любит ставить более активную музыку, такую, там, например, диджереми, да? Хочется мяса, слушай, хочется побегать, там, вот что-нибудь такого драйвового. Ну, кстати, завтра у нас играет на вечеринке. Вот, соответственно, можно как бы тренировать вот эти все истории. Если вам хочется, например, какой-нибудь классики, крики, да, опять же, очень музыкальные, классные там элементы музыки, вы это все наслушиваете, уже танцевать более сложные элементы. Дальше, по мере того, как вы будете заниматься вашей педагогикой, на группах мы добавляем, например, там, в конце единички мы начинаем добавлять брейкинги, мы начинаем добавлять вот эти элементы с грудной клетки, да, троечек, у вас это ждет следующее занятие. Мы будем добавлять опции, с помощью которых эту музыку вы сможете обыгрывать. Где там, где там, та-та-та, северное бедро. Вот это все, это эти скиллы, эти как бы элементики, из которых будет складываться то, каким образом, какими, как лего, да, много маленьких запчастей, из которых вы можете собирать каждый раз музыку вместе с партнершей свой индивидуальный интересный танец. Вот, затем мы с вами научимся из этих восьмерок составлять музыкальные фразы. 16, 32, научимся отделять восходящий поток от нисходящего потока, когда нужно разгонять и тыщ, или когда нужно глушить, делать вниз, вниз, вниз и вырастать. Это тоже следующий как бы музыкальный этап. И на самом деле музыкальность — это тема, да, Дим, с которой можно работать бесконечно. И вот все опытные танцоры, как Дима, или как там все наши интеры, адвансы, это как раз та тема, с которой они сейчас работают. То есть они учатся обыгрывать музыку максимально интересно, при этом еще показывая себя с максимально выгодных сторон.
у каждого есть какие-то свои сильные стороны, там, не знаю, у Коньки на хопперские ноги глайды, слайды, там, стайлинг, брейкинги в теле, Дима очень много танцует телом, да, Саша любит всякие веревочки руками, там, откуда-то из-под ножки партнершу вести, Леандра наше все, вот, как бы, танцует все, в зависимости от настроения, может абсолютно разными способами обыграть любую музыку. И на самом деле у нас, нам очень повезло, что у нас есть такой мэтр, учитель учителей, да, к которому у нас есть доступ к телу, к которому мы можем учиться. Просто посмотрите на него на вечеринке, вдохновитесь, да, как этот человек обыгрывает микро, вообще какие-то каждую деталь музыки просто своим телом, телом партнерши. Вот, я вам желаю удачи завтра на Джек энд Джилле, будьте бодры, верьте в себя как следует, разомните ноги перед тем, как пойдете танцевать, кортизол, адреналин, все дела, да, чтобы ноги не были квадратные, ватные, хорошенечко поприседать, обязательно поддерживайте друг друга, всем желаю удачи, всех люблю, всем спасибо. Спасибо.